В Астане наградили лучших медработников Казахстана. Накануне своего профессионального праздника, который отмечается традиционно в третье воскресенье июня, победители получили грамоты и ценные призы. Все, кто поднялся сегодня на сцену, прошел республиканский отбор. Организаторы определили 8 номинаций. Среди них лучшие сельские и санитарные врачи, медсестра, независимый эксперт и другие. К слову, сегодня в Казахстане трудится более 150 тысяч медсестер, свыше 65 тысяч врачей и 13 тысяч фармацевтов. Ежедневно, по данным Минздрава, к врачам обращаются около 500 000 казахстанцев. Тысячи женщин становятся матерями, а хирурги в день оперируют более 2000 пациентов. Поблагодарить медиков за их нелегкий труд пришли депутаты, артисты и музыканты. В медицине я работаю 34 года, но номинация на самом деле первая. Я была долгие годы работала в Актюбинске, у меня было звание «Человек года» по Актюбинской области. Ну, это был 2007 год. С 2008 года я в Астане. В экспертизе я работаю 4 года. Я минусов не вижу в своей работе. В основном идут плюсы. Вы знаете, я месяц в отпуске, но я скучаю. Я скучаю по больным, по вызовам. Хотя я одна на участке. На вызова я, конечно, бегом. А минусов я не вижу, потому что я стараюсь всю себя отдавать работе.